Немало жизни берчан спасли искусственные дорожные неровности, называемые в народе «лежачими полицейскими». Установленные по всем требованиям ГОСТа, они служат для снижения аварийности на сложных участках дорог и снижения скорости на нерегулируемых пешеходных переходах, а также в зоне детских учреждений. Но если неровность установить неправильно, то она, кроме разочарования для водителей, может привести еще и к плачевным последствиям. Именно такой неправильный лежачий полицейский был уложен на улице Морской. Автолюбители уже обратили на него внимание, а в управлении ЖКХ заверили, что непременно разберутся с произошедшим. Вышел подрядчик, к сожалению, не справился с той работой, то есть он три раза пытался перекатать вот напротив Ортоса, на Кристалле мы видели, где вот Зеленый остров, пытался перекатать, но данные работы мы не смогли принять, потому что они не соответствуют ГОСТам, и нам, к сожалению, пришлось расторгнуть контракт. Контракт уже расторгали в октябре, поэтому было принято решение эти работы перенести на следующий год. По словам директора управления ЖКХ Бердска, уже в январе будет проведен аукцион по выбору подрядной организации и с наступлением положительных температур приступят к оперативному устранению всех замечаний. Он также отметил, что в скором времени будет рассмотрен вопрос о создании дополнительного сигнала светофора, находящегося на пересечении улиц Ленина и Красная Сибирь. Берчане неоднократно отмечали, что с Красной Сибири поворот налево в сторону улицы Морской затруднителен. Особо сложная ситуация становится в вечернее время, когда многие жители стремятся быстрее попасть домой. Сейчас прорабатывается вопрос именно с поворотом стрелки, чтобы она работала отдельно, чтобы люди с Красной Сибири на Ленина в сторону Морской уезжали. Какой-то интервал, чтобы не по 2-3 машины проезжали там и такую не создавать аварийную ситуацию. А именно сейчас вопрос прорешивается вместе с Горсветом, управлением ЖКХ. Мы постараемся этот вопрос в летний сезон следующего 2023 года этот вопрос решить.